Всем приветики, ребята! Вы уже видали новые спойлеры от разработчиков? Я только сейчас поняла, что это были спойлеры. Возможно, кто-то не видел, предлагаю посмотреть. Это, конечно же, не прям спойлеры, но точно какие-то пасхалки на обновление. В комментариях люди уже спрашивали, что это такое. Я пока что нашла три варианта. Это вечеринка, какой-то новый подарок и новый зверь. Лично я больше думаю, что это какой-то новый зверь. Все, кстати, решили, что это корова, ну и вполне логичный ответ. И, кстати, там разработчики ответили одному человеку. Он спрашивает, по типу, неужели эти колокольчики принадлежат коровам? И они такие отвечают, неужели ты видишь то, что видим мы? Ну и понятное дело, это сейчас для меня самая понятная подсказка. Кстати, если я не ошибаюсь, то идею с коровами предлагала добавить в Animal Jam Mel. Она рисовала это животное в стиле джема и предлагала разработчикам добавить его в игру. Возможно, они взяли эту идею и воплотили ее. Кстати, сегодня уже 23 декабря, и это значит, что уже скоро у нас выйдут новые спойлеры. А именно во вторник, 27 декабря. Так что подписывайтесь на канал, если не хотите пропустить совершенно новую информацию про обновление. Ну а также не забываем подписываться на канал, если это видео было для вас интересным и информативным. Ну а на этом у меня все. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и пока-пока.